Всем привет, с вами Илья. Вчера, 29 января, на официальном канале на ютубе Лего вышел трейлер по Лего Ниндзяго Legacy Shorts Reimagined. Дословно это переводится как Лего Ниндзяго Legacy, наследие, переосмысленное. То есть перестроенное, что-то новое, обновленное что-то. Это будет какая-то альтернативная история. 5 новых историй. Это 5 новых эпизодов каких-то коротких, которые относятся к Ниндзяго, но с альтернативными историями. Короткий трейлер появился, который длится минуту, и в нем показываются какие-то элементы этих 5 коротких серий, включающие из себя приключения ниндзя. Посвящено все это 10-летию Ниндзяго. 10 лет истории, дружба, драконы, эпичные сражения. Каждый короткий эпизод будет показывать себе новую историю в интерпретациях, которые ранее никогда не видели. То есть какие-то новые истории будут. Эти эпизоды будут включать в себя персонажей основных Ниндзяго. Кай, Коул, Ллойд, Зейн, Джей и, конечно же, мудрый мастер Ву. Это будет какое-то новое приключение, я не знаю. Довольно интересно. Анонс. В этом коротком трейлере мы увидели молодого Ву и Гармадона. Также юного Ву с Краксом Акрониксом, Руки Времени. И как раз-таки вот эти вырезки из этих эпизодов в необычной графике, анимации 2D. Скоро посмотрим, что Лего нам приготовили. На этом все.